Всем привет, я сегодня гуляю со своей сестреночкой. Это что, а я больше тебе не достану. Вот, я ей дала сирень. Там сиреневая. И вот что от нее осталось. Кто там? Алло. Ладно, пойдем. Завтра выпущу рум-тур. Бумс. Аккуратно. Ножах какая-то я вот в футболке и в шортах. Здесь вам видно. Вот, в коробках. Каких я вчера и была, таких и сегодня. Пойдем гулять, что уже делать. Кто? Это Максим. Куда это мы бежим, а? Машина. Я сейчас вам такое кину, потом вам мама не покажется. А мама где по вас упала? Это не моя, это их. Чуть в тебя, Вика, попала. Мы ходим, гуляем с Викункой. Тут ребенок маленький какой-то. А, это... Не знаю. В лужу нельзя куда-то. Ты чё? У тебя обуток потом не будет. У нас жарко. Ночью шел дождик. У нас по ночам всегда идут дождики. Даже вечером идут дождик. И ночью. Или ночью, или вечером. Как-то так. Что-то где они? Пойдем аккуратнее. А? Я вот тут хожу. Я тут хожу. Пойдем. Нельзя, Вика, туда. Аккуратно, Вика. Гога. Гога, папа. Может, уже папа лучше подружка приехала? Папа? Нет. Гога! Она сильно глухая. Гога! Сегодня не беги! Нельзя бегать! Пойдем. Кто я? Куда в лужу? А у тебя обуток так мало? Тебе еле-еле находим. Дядя. Где дядя? Где ты дядя?
Тетя. Так, кажись, мне телефон выключился. Пойдем пока в тенек. Да. Я не могу найти себя. Представьте. Да. Сейчас. Тут постоим. Туда нельзя. Нет, все. Не выключилось. Давай, бух! Бух ты, барах ты. Не беги, упадешь. Это? А, ничего. Уже 5 минут, как мы с вами общаемся. Где мяу? Мяу, где побежали к мяу? Я бегу, как она. Я, то есть, иду, как она. Она бежит, я иду. Смысл? Она бежит, я иду. Мяу. Мяу, какой грязный. Мяу. Говорю же, не беги. Мяу. Боится. Мяу. Как хорошо, когда тенек. Да? Период. Бибика, бибика. Деревья у нас такие красивые. Если... Пишите, какая у вас температура погоды или температура воздуха, как вы это определяете. Мы, к примеру, определяем температура не воздуха, а температура, сколько градусов тепла на улице, или сколько градусов холода на улице. Вот так определяем. Привет! Алла! Вика, смотри, как где Ляля. Аля, где? Бе. На, бека. Бе! Смотри-ка. Мама. Мам. Я устала. Бе. Бе. Ляля. Степка, Степка. Степка, Степка. Ляля, не беги, упадешь ты. Ты еще мало нападала сегодня. Да. И машина едет. А, она сейчас все тут остановится. Она уже привыкла так ходить. На цыпочках. Она так каждый день будет ходить на цыпочках. Нет, она обычно ходит. Как солдат умеет. Вика, покажи, как солдат ходит. Вот так, Вика, ходи. Вика, Вика, покажи, как солдат ходит. Вика. Она вот так, короче, идет вот так, ноги поднимает. Что? Вон, смотри. Вика, покажи, как солдат ходит. Вика, покажи, как солдат ходит. Вика, я обижусь и домой пойдем. Короче, она сейчас ногу вот так поднимала. Вот на цыпочках ходит. И вот так нормально.
нем спросим, они долго, наверное, будут. 100 лет их ждать. Гога. Гога. Стой, стой. Что он тут перевернулся? Что он тут перевернулся? Ну, он тут это чуть ли не на асфальт упал. Я не помню. А где ее цветок? Где? Она его там распетрошила. Где? Там скамейки. Не хочу уже доставать. Здрасте, дядь Свет. Что, загораешь ее поставить? Гога. Вот туда. Нет, вот тут. Вот тут. Там заколочено. Там он загородил. А сегодня туда вот эти вот малышишки, которые там качаются, они туда заходили. Куда? Вот сюда. Нельзя. Вика, пока. Я все. Сейчас хочу кристалляка, с тебя песок сыпется. Только подведешь песок, только подведешь песок. А то у нас пузе он таскает. Ты не выдумала, он пришел. Ну сколько мы говорим, что не качайтесь, не ломайте. А бесполезно. Это еще маленький. Здрасте, а вечером-то Вика. Собираются там вообще выше меня полосы. Ну что, таскай? Ты ничем сику. Еще гуляйте ее. Что ты, ляль? Мяу. Сходите куда-нибудь. А куда? Не знаю. Так куда? А надо в магазин идти? Не знаю. Да. Надо уже со всеми. Мяу! Не беги! Не бегай, упадешь! Так ты бы грябый. Давай занесу ее. Что, в сумку себе могу положить? А он там занят, там штатив лежит. Всем пока, до скорых встреч. Пока-пока.